Я, как и многие другие огородники, каждый сезон выращиваю на своем участке такое замечательное растение, как кабачки. Кабачков у меня, как правило, немного, ну, пара кустиков может быть. И плодов на них нарастает всегда в достаточном количестве. Молоденькие плоды используются для еды, для заморозки, для различного консервирования. И всегда я оставляю, ну, примерно 2-3 более или менее крупных плодика для использования осенью и зимой. Какие кабачки я оставляю крупные? То есть вот на этом кустике, этот сорт астроном, я оставил 3 плодика. Оставил их до полного созревания. Вот видно, что плодик он уже вполне созрел. Уже начал принимать желтоватый даже оттенок, то есть соответствующий уже созревшему плоду. И вот сейчас, 16 сентября, плодики уже сформировались, созрели, и можно их срывать. Эти плодики тоже уже поспели. Дело в том, что сегодня погода хорошая еще, хоть ветреная очень, солнышко, но грядут уже холодные дождливые дни и заморозки, поэтому я решил уже кабачки убирать. Плоды поспели, кабачков было достаточно уже. Даже пришлось мне один кустик убрать лишний, как и патиссонов тоже. Вот видно, здесь уже нет, здесь были еще патиссончики. Поэтому вот это последние, распоследние кабачки. И вот сейчас я их буду срывать. Поскольку кабачки выросли довольно мощными, я обычно использую для срезки секатор. Секатором очень удобно их обстригать. Хотя даже секатором это не так просто бывает. Вот такой плодик кабачка сорта астроном. Сейчас я эти сорванные кабачки перевезу домой. Там они будут храниться и использоваться по мере надобности вплоть до Нового года. Можно даже немножечко побольше. Вообще кабачки хранятся и дольше, но я так не делаю, потому что они уже потом немножечко теряют вкус. Но чтобы кабачки не переводились на столе, у меня на этот случай припасены уже в достаточном количестве замороженные кабачки. Я их, когда были молоденькими, срывал, резал и замораживал. Так что с кабачками проблем никаких нет. На этом можно считать, что сезон кабачков заканчивается. Кабачкам большое спасибо, они нарастили очень много плодов. Хватило и мне, пришлось довольно много раздавать. Поэтому я желаю каждому огороднику выращивать эту замечательную культуру и с удовольствием ими пользоваться.